Мамедьяров заявил, что Армения и Азербайджан обсуждают поэтапное урегулирование. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров прокомментировал прозвучавшие в последнее время заявления по Нагорно-Карабахскому урегулированию глав МИД России Сергея Лаврова и Армении Зограбом Нацаканяну. По словам Мамедьярова, поэтапный подход о регулировании конфликта, о котором говорил Лавров, уже много лет является предметом обсуждения на переговорах. Он отметил, что переговоры являются конфиденциальными, их детали не разглашаются, но общие рамки переговоров были очерчены сопредседателями, а также в заявлениях на уровне руководителей стран-сопредседателей. Во всех них нашли свое отражение элементы поэтапного урегулирования конфликта то есть пошаговая ликвидация последствий конфликта, где на первоначальном этапе значится освобождение территории вокруг Нагорного Карабаха, возвращение к родным очагам азербайджанцев, открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Предполагается обеспечение условий для совместного проживания обеих общин Нагорно-Карабахского региона в течение некоторого времени с рассмотрением на последующих этапах статуса региона в рамках соблюдения территориальной целостности Азербайджана, сказал Мамедьяров в интервью изданию Минвалас. Эльмар Мамедьяров также заявил, что армянская сторона обманывает своих соотечественников, заявляя, что элементы поэтапного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта не обсуждаются, и на столе переговоров какой-либо документ не лежит. Ранее Русарминфа сообщила что глава МИД Армении Зограб Нацаканян прокомментировал заявление Сергея Лаврова о том, что обсуждается подписание документа на основе поэтапного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.